очередь исторического факультета. Вы получите наш исторический юмор, но сначала давайте познакомимся. Это Василий Иванович Чапаев. Мало кто знает, что Василий Иванович Чапаев – это единственный человек, который выиграл все шахматные турниры с помощью одной шашки. Да весны дожить одному.
Пасху прославлять во дворике славно. И ни один славный воин Харрас нам не помеха. Хазар? Нет, Харрас.